Разноцветные шары, флаги и транспаранты. В минувшие выходные в Саратове на проспекте Кирова прошла первомайская демонстрация. Она по-прежнему остается одной из самых ярких традиций празднования Дня весны и труда. Участниками демонстрации стали свыше 5000 человек. Это лидеры профсоюзных организаций, работники передовых предприятий региона, врачи, учителя, студенты, строители, а также работники сферы транспорта и ЖКХ. От улицы Чапаева праздничная колонна прошла через проспект Кирова. Закончилось праздничное шествие у консерватории. В руках у каждого участника были транспаранты с различными лозунгами. Самыми популярными по-прежнему на первомайской демонстрации остается «Мир, труд, май». Возглавили первомайское шествие губернатор и глава города. По мнению Олега Грищенко, с годами праздники меняются. Но, несмотря на это, участие в первомайской демонстрации уже стало традицией. По завершению мероприятия глава города пообщался с жителями и поздравил их с праздником весны и труда. Мероприятия, посвященные Первомаю, прошли в этот день во всех парках, скверах и на Театральной площади. Раньше праздники были одни, сегодня они другие. И вот сегодня та демонстрация, которая была, она показала единение всех людей. Все пришли и не из-под палки, как у нас это принято говорить, что все приходят, значит, кого-то там, значит, из-под палки выгонят. Нет, люди сами пришли, чтобы пообщаться, встретиться, пройтись, просто отдохнуть. Погода тем более сегодня располагает. Такое вот общение, высказать какое-то свое мнение, обменяться мнением о происходящих процессах у нас в стране, в городе, в